Абакану, как всегда, нужно объединиться. Мы продолжаем серию благотворительных концертов. В прошлом году два концерта было организовано. В начале этого года один концерт благотворительный был организован и сейчас. 9 ноября состоится еще один такой концерт. Мы вместе в Абаканском дворце молодежи. Мы делаем программу наиболее ориентированную для и интересную для молодежи, для подростков, для студентов. Этот концерт доступен и по Пушкинской карте. Мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться, приобрести билеты, прийти на концерт и выразить свою помощь и поддержку семьям участников специальной военной операции.